Всем доброго утра. Сегодня суббота, 4 часа утра. С вами Рыбачок 36. Первая рыбалочка в этом году на головля жереха. Короче, перекатная рыбалка. Все не получалось. То работа не дает, то погода не дает. Что тут у нас с водой? Ну да, уже упала. Уже упала. Так, уже май месяц. Май месяц. Так, а где оставить бы? Барахло. Барахло. Лучше оставить, наверное, здесь. Вроде как получше. А там хрен его знает. Может быть, все наоборот. Приоритеты сегодня креночки. Также взял вертушки, минухи. Сейчас пойдем пробовать. Минухи для начала. Ну и вертушечки. Начну, пожалуй, с минух каких-нибудь 70-х, наверное. С чего-нибудь-то надо начинать. Лайки джоновские. Так. Ох, плеснулся какой, ребята. Прям вот хороший килл на 2. Лайки джоновская басара. Попробуем с минух. Так, что у нас тут по глубине после прибытия дона? Блять, в этом году после разлива изменилось ли русло или нет. Каменюки откуда-то взялись. Ну, дно, в принципе, блин, изменилось немножко. Тут что-то непонятное. Камни какие-то. Глубоко и глубоко все поменялось. Да что такое, все поменялось, ребят. Я, конечно, еще пройду, посмотрю. Ну что, с Богом.
гипноз сработал. Что-то небольшое. Что-то небольшое. Очень похоже на окуня. Конечно, я могу ошибаться. Я ошибаюсь. Это вот такой малыш-голавлик. С открытием. Что ж ты так его проглотил-то? Прям как взрослый. Проглотил. Надо идти к берегу. Забыл щипцы. Блин, а потом опять сюда. Что ж я так лоханулся-то опять. Да, так я его не вытащу. Он там глубоко. Бахнул. Вау. Вау. Так, так, так. Так бы не набрать штаны. Тихо, не квакай. Заглотил, видите как? Подумал, наверное, что там жук. Мое упущение. Ну, не дергайся. Сиди смирно. Так, сумку надо сюда притащить. О! Отцепился. Отпустим красавца. Сам отцепился. Представляете? А было там зацеплено хорошо. Аж в глотке. Штаны подтекают. Надо новые покупать. Или эти еще расклеить. Перекатовские вейдеры хорошие. Цена-качество. Плюс эловские сапоги. Теплые. Класс. И ПВХ само мягкое. Но любые вейдерсы рассчитаны не на длинный срок службы. Давай-ка. Я, конечно, не знаю, что тут у нас. Не пойду туда. Попробую здесь оставить. О, следы цапли. И медведка лазила. Давайте как-нибудь так кинем. Вот так. Возьмем. Пинцетик. Я поймался. Блин. Вот он. Пошлите пробовать дальше. Так, не бухнуться бы. Так, где-то вот в этих кустах.
ходил прямо. Вот так, точно. Гипнозики диповые и эсерки, не эсэсэрки, а эсэрки просто, блин. Что-то я... Туда ли я иду? Блин, не туда куда-то я иду. Наверное, не нашел еще. Неохота с утрица-то черпануть-то штаны. А, во, нашел. Вот так, ну, сюда вот. От этих кустов. Наверное, да. О. О. Чуть-чуть. Помельче тут. Может, там дальше, конечно, тоже. Помельче. Надо пройти сюда. О. О. А дальше? Нет. Вот тут бугорок есть. На нем и останусь. О! О, вот тут покомфортнее стоять. Вот так. Сработала петля. Ну, сожрал, вы видели он его как. Вот он есть прям. Ой, это хороший, ребята. Это хороший. Да. Это, ребята... Либо килошка, либо за килошку. Хотя, да. Бахнул как, а? Стоило воблер поменять. Ага. Да, это килошка. Или больше. Ну тут килошка, под килошку, грамм 700. Да, хороший головоль. Хороший головоль, красавчик. Да, это под килошку. Тихо. Вот такой красавчик. Отпустим. Так, закончил рыбалочку, 8 часов утра уже. Больше поклевок ни на что не было. И пробовал еще вертушки ставить. Минохи. Кренки разные, диповые такие всякие. Нет больше поклевок. Ни на что. Клевало где-то до 5:30. Было 3 поклевки и 2 поимки. Один маленький, один хороший такой, под килограмм головлик. С вами был Рыбачок 36. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока!